Продолжается гастрольный тур театра юного зрителя Якутии под названием «С благодарностью учителю», который посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства и 25-летию театра. Успешно выступив в Бурятии, труппа прибыла в Москву. Продолжит моя коллега Наталья Сазонова. В Государственном театре нации прошла встреча якутского тюза с преподавателями Высшего театрального училища имени Щепкина, выпускниками которого является большая часть наших артистов. Художественный руководитель тюза Алексей Павлов представил свой коллектив, программу, с которой прибыли в Москву, а театральный критик Лидия Богова дала высокую оценку творческой деятельности театра за четверть века. Конечно же, педагоги вспоминали, какими юными и неопытными были те, кто сегодня заслуженный и народный. И это были самые трогательные, самые сердечные воспоминания. Я театральный критик, который написал вот об этих замечательных людях очень много прекрасных статей. И вот когда я сейчас на них смотрю, я их встретила сегодня, они мне уже много лет как родные. Они такие обаятельные и такие творческие, и безумные. Несмотря на то, что театр юного зрителя за 25 лет сделал внушительные творческие шаги, участвуя в десятках фестивалей, завоевывая престижные призы и звания лауреатов, на этой встрече с педагогами они волновались, как когда-то на уроках мастерства в родном Щепкинском. Об этом и многом другом артисты говорили, давая интервью каналу «Культура». Они как бы будут внутренний мир, пробуждают его к созиданию, каким-то таким, ну то, что называется творческим началом. И в этом смысле они мне очень симпатичны. Они симпатичны, потому что они, с одной стороны, скромны, вот они ненавязчивы, а с другой стороны, они действительно занимаются театром. Впереди у театра еще много мероприятий, а главное – показ спектаклей для широкой аудитории. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха, Москва».